Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем игру Битва Метеоритный Охотник. И у нас осталось совсем немножко времени для того, чтобы завершить ее. Осталось два последних уровня. Вот этот вот, пока непонятный. И тот, который будет следующий. То есть там уже будет босс. Вот и думайте, что нужно сделать. Так, ладно, давайте попробуем сделать вот такую вот штуку. Так, насколько я понял, вот эта большая пойдет тут сюда, да? Ага. Как-то ее подальше, что ли, заделать, чтобы она уперлась. Нет, должна была упереться, но мне кажется. Так, вот тут повыше будет, наверное, все-таки. Ага, по самой посередине вот эту штуку, да? Так, вот эту поставим вот сюда. Так, а здесь-то что мы сделаем? Ну, допустим, вот эту. Все, вариант. Вариант, не вариант. Даже не представляю, что нужно тут сделать, чтобы... найти решение этой головоломки. Так, ну вот давай вот эту поставим. Попробуем. Так, тут длина слишком большая. Как все сложно, как все запущено. Так. Блин, хрен разберешься. Так, давай. О, открыл. О, камень, 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 ты что делал? Да, ну сюда вот только попал. Не странно. А дальше-то что? Выше-то мне не подняться никак. Запасных ходов нету. Так. Ладно, разобрались с тем, как открыть эти ворота. А вот дальше... дальше сложнее. Так. Для чего-то ведь она нужна, наверное, все-таки. Вот эта палка. Палка о двух концах. Положим вот эту сюда. Ну, тут даже, мне кажется, сомнений не должно возникать, что должно лежать вот это все так. Вот это все. Так. Так. Ну, электричество я подал. Ну, а дальше-то что? А если бы я сделал вот так вот, Итана поставил сюда, допустим, вот тут я прыгнул бы, нет? Я боюсь, что я тут могу не перепрыгнуть, да, вот эту длину. Уфу-фу-фу-фу. Вот вопрос. Вот так было бы вообще классно, да, идеально. Но надо поставить как-то... вот так вот надо все поставить. Во, мне кажется, вариант классный. Палка упадет. Во! Класс. Но для этого нам нужно сейчас немножко поработать. Так, каким образом мы это все сделаем? Потому что... вот... таким вот самым способом. Так. Убираем. Как быстро я догадался до этого всего. Надеюсь, что правильно. До меня доперло. Так, ждем минутку. Так, вырываем сюда. Здесь.
здесь как-то. Вот сюда, что ли? Вот так вот и... Вот так вот. Надеюсь, я не попаду здесь под электричество. Это было бы не очень приятно, конечно, да? Так, вот это самый длинный. Вообще-то они одинаковые все. Они все абсолютно одинаковые. Ставим посередине. Надеюсь, я середину не обманулся, да? А вот это и есть середина, надеюсь. Так. Здесь я поставлю вот так вот, чтобы была возможность запрыгнуть, если что. Ну, примерно так. Надеюсь, я прав. Только не упади, только не упади. Вроде не упал. Ой, 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 как это все хорошо получилось у нас. Так, полет. Воу. Вот сейчас опять будем сейчас летать до жути непонятно как. Да. Сейчас надо какую-то движущую силу придумать. Чтобы она нас подняла. А как? Где же ее взять-то? Ай! Все, я ее нашел. Эту движущую силу, похоже. Блин. Движущую силу нашел. Ай! Вот тут вот момент. Хороший. Резкий. Ух! Ну, блин, а тут надо перепрыгивать туда. А на ту сторону хрен перепрыгнешь. Тут надо ловить самый момент, самый сложный момент именно поймать вот тут. Лови его. Попробуй поймай этот момент. Черт, охренительный уровень. Само собой разумеется, да? Что этот уровень просто как пиздец. Ну, мы сейчас что-нибудь сделаем. Во! Вот тут я уже нашел вариант, да? Примерно. А вот тут вот надо вылавливать эту секунду. Блин, слишком высоко прыгаю. Или слишком низко, наоборот. Слишком низко, наверное. Воу, вот тут было хорошо. Тут просто было замечательно. Вот тут вот не допрыгнул немножко. Так. Блин. Как это делается? Не понимаю. А, вот тут вот почти допрыгнул. Как хорошо было. О, я сделал это, я сделал это. Да! Ух! И времени-то много не ушло. Пошли. Йо! А как здесь? Бог ты мой. Это чё, спец... Это чё за прикол? Как здесь... Как здесь перепрыгивать? Так, давай. О, чуть-чуть не долетаю. Так, надо выбирать момент, когда я должен долететь. Так, нужно подальше немножко. Давай. Вот отсюда! Вот отсюда! Почти залетел. Вот тут вот почти долетел. Надо еще чуть-чуть дальше, видимо. Зацепляю все время. Вот тут вот, да? Можно до самого низа долететь, и все будет хорошо.
Вот единственное, пила мешает. Почему я тут не могу? Не долетел. Не то слово не долетел, вообще не полетел. Насколько? Как же выбрать этот момент, эту секунду? Вот, вот она. Вот она, секунда была, вот она. Я ее преодолел. Черт. Пила меня смущала. Только что смущала меня пила. И как же выбрать эту... Нужно секунду. Давай, будем пытаться. Будем делать попытки. Это все равно... Все равно приведет нас к чему-то. Так. Уже лучше. Вперед! Один раз перелетел, кстати. А вот тут-то как? Черт, я вообще ничего не понимаю. Так, прыгаем здесь. Прыгаем! Вот тут я все равно не успеваю. Может быть, надо как-то медленнее это сделать. Прыжок. Это рано, или это поздно. Треть пути почти преодолел. Нет, не треть. Десятую часть пути. И оп! И сварился. Сварился и там... Оооо, никак. Черт, ты ничего ведь не придумаешь, но... Вот тут вот надо как-то задержаться немножко, чтобы... Чтобы вот эта пила сверху не... Долетела. Видишь, не получается ничего. Она как-то прилетает не вовремя, я не знаю. Как же выбрать этот вариант? Откуда надо? Я тут вообще не вижу, откуда надо начинать. Она случайно... Это случайная генерация цифр, можно сказать. Потому что я могу не успеть, могу успеть. Или все-таки надо как-то выжидать этот момент. Так. Чуть-чуть ниже, да? Вот тут вот сейчас, не сейчас. Когда она внизу, да? Нет? Нет. Что-то почему-то выбирается все время не то время. Да, опять не то. Так, подожди, неправильно тогда. Опять не то время выбрал. Надо, чтобы она не на середине была, а где-то... Вот, сейчас! Нет, не сейчас. Вот так вот! Вот примерно вот так вот! Ну, давай! Итан! Ты молодец, ты просто умничка. Все, прошли еще одну, блин, этап. Под пресс надо не попасть. О. Так, еще одна ситуация. Situation number one. А как? Так, ну-ка давай перепрыгнем. О, не допрыгнул. Черт, не допрыгнул. Рано. Да что ты, блин, не допустил? Как так? Во! Оу! Сразу упал. Так, а вот тут вот. Что же сделать здесь, чтобы... Тут вот надо вот сделать что-то вот такое вот. Нереальное. Вот так вот надо поставить. Она не упала. Реально нереально. Давай. Ай! Зажало немножко.
реально нереальная. Надо просто как-то перевернуть вот эту штуку. Вот как-то вот, чтобы она не дошла до электричества, но вот, блин, в то же время... Ага. Попаду, не попаду. Ай! Ой-ой-ой. Не ожидал, что она так наклонится. Реально, нереально. Не, вот это побольше, по-моему. Давайте ее тогда можно. Хотя, она, они, наверное, одного роста. Вот как вот? Вот как? Вот смотри, вот смотри, вот смотри, что он делает. Не долетает. Как же быть-то тут? Как же перепрыгнуть? Знаете, как я как вариант придумал, что я сейчас перепрыгну вот здесь, а вот там я просто подставлю. Вот так вот я сделаю сейчас. Она сюда не идет. Ёлки-палки, она до сюда не допрыгивает. Черт. Вот это жопа. Вот это задница. Она до сюда не допрыгивает. Уху-ху-ху-ху. Как же тут сделать так, чтобы она. Чертовски все сложно, а. Сюда не поставишь. Вот она только предел здесь, да? Дальше этого предела нет. То есть вот, надо ставить вот сюда вот максимально. И ничего тут больше не сделаешь. Фу! Это было нереально. Это было нереально. Если бы это вы видели, как я это сделал, пришлось подставить на лету вот эту железную штуку. И в результате мы перепрыгнули. То есть в полете пришлось прыгать еще раз. Фу, время только тратится. Ой, утонул. Так, короче, вот тут надо как-то ловить вот этот момент. Блин, вот тут вот не успеваю я. Надо как-то ниже. Во, вот так вот, да? Ой, а дальше-то надо бежать. Оказывается, надо бежать, бежать как можно больше, без оглядки. Не успеваешь, нифига не успеваешь в итоге. А можно ее как-то обмануть, а? Нет, нельзя. Тут надо быстрее, быстрее надо действовать. Тут надо до самого низа доходить. И вот тут вот быстрее бежать, быстрее, ну, блин, а как дальше-то? Тут надо опять катиться, получается. Нет, тут не надо так делать. И тут успеть, о, вот это жуть. Ну, блин, вот тут вот чуть повыше надо было, чуть пониже, то есть наоборот. О, каждый раз какие-то приключения непонятные. Да, перепрыгнул. А тут что здесь? Итан, Итан, что ты будешь делать здесь? Так, здесь нужно докатить вот эту штуку. В нее еще надо попасть, так говорится. Чтоб прыжок у нее получился. Подожди. Давай вот так попробуем. Надо как-то ее отрегулировать так, чтобы она попала правильно. Докатилась, да? Ну-ка. А хрен там. Так. Под углом подпрыгнула. Все. Я вижу, как этот вариант. Не знаю, насколько он будет правдоподобен. Но я надеюсь, что я делаю его правильно, вот так вот.
Нет? Не упадет? А, черт, падает. И чё? Тут надо, короче, не так тогда. Так, здесь надо как-то сделать так, чтобы он прыгнул хорошо, да? С разбегу. Давай попробуем. Вот так вот. И с разгону, с разгону, с разгону. Вот где-то здесь он должен прыгнуть еще раз. Если я не ошибаюсь. А, чуть-чуть не долетел. А как второй-то раз тогда, блин? Давайте еще раз попробуем. Так, с разгону, с разгону, с разгону. Как-то надо вот в самую тютельку-тютельку, в тютельку-в-тютельку попасть. А вот как дальше-то, блин? Третьего-то нету? Запасного. Фи-фи-фи. Так. Ну и как же наш вариант? Стоять. Сделать так, чтобы он подпрыгнул с разбегу, да? С большого. Стоять. Давай разгонимся, 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 разгонимся. Вот так вот, да, например? С офигенной скоростью разогнался. Да, ну! Да! О, да. Нефтяк. Все было просто нефтяк. Оп. Все очень просто. Гениально. Вау. Тут еще хрен попадешь. Так, ладно, давайте вырывать эту минуту. Так, ну первая она пройдет. Стоп, пудово. Вторая. Вау. Здесь опять будет сейчас полная жуть. Так и надо. Так и надо. Нет, надо как-то проскакивать в тот самый момент. Тут, блин, тут надо помедленнее, помедленнее прыгать, помедленнее. Черт. Как так-то? Вау, а тут сильно. Ух, даже можно было не зацеплять эту штуку. Откуда я знал? Еще и по электричеству попадаю. Иногда. Во, встал. Отлично. Так, следующий ход. Сложный будет. Эх, сделал. Я это сделал. О, нифига она часто. Сразу. Под первую же пулю попал. Так, надо как-то перепрыгнуть отсюда туда. Да. Круто. Скажу я вам. Этот момент. Да что ж ты? Уже на финише, блин. Да, фу, преодолели. Так, у нас еще небольшой путь остался. Но тут довольно сложно будет сделать это. Так, что нам нужно? У нас очень много неприятностей. Так. И по своей сути нам нужно открыть два. Ага. То есть нужно сначала красным как-то открыть, что ли. Получается. Так.
Красная откроется, когда я... Очень сложный вариант. Вообще ничего не понимаю, как тут... Нужно забраться наверх сначала, да? Или чё? Так. Там где-то камушки какие-то летают. Так, смотрим. Сдвинем. А если взять ее наоборот? Да, и покатить сюда. Так. Ничего не понятно. Так, ну давай посмотрим, как можно раскатить вот эту вот внизу штуку. И можно она как-то катнуть. С разбегу, что ли. Давай попробуем с разбегу. И раз. И два. Полная жопа. Ни черта не получается. С разбегу. Ну давай, давай. Не хватает силы. Если не хватает силы, нам нужно что-то сделать другое. Так, ну, вариант. Какой вариант? Вот эта палка для чего-то нужна ведь, да? Если подумать. Так, вот это... Ее никуда ты не укатишь туда. Откатить просто надо немножко. И поставить туда палку, да? А как ее... Как ее откатить-то оттуда? Черт. Так. Мне кажется, вот эту вот палку надо поставить вот сюда. Вот эту. Ой. Взял все и испортил. Надо же было два сразу делать. Варианта. Так, смотрим. Вот эту палочку... Прыгай. Так, вот эту палку ставим вот сюда. А вот эту куда? Так, если я ее возьму с собой. Или наоборот. Упереть ее туда. Она мешает, наоборот. Что-то не то. Так. Как же ее убрать-то оттуда, а? Вариант непонятно. Вот эту вот штуку... А, она просто убирается. Ёкарный бабай. Я тут дольше думаю, блин, стою. Как? Что? Куда? Ой, какая глупость. Так, один скатится сюда, камень. Вот этот камень вообще, похоже, уже не нужен. Или, может быть, он будет нужен потом? Да, он, может быть, будет нужен потом. Давай попробуем тогда вот так вот, что ли. Вот этот камень вообще... блин, вот этот камень надо еще что-то сделать с ним. Все, понял. Понял, что нужно делать. Нужно, короче, сейчас перепрыгнуть сюда. Собрать вот этот метеоритик. С разбега. Оп, давай. Катись туда, катись. Ох, да. Вот это метеоритик собрать. Так, одну дверь открыл. Сейчас открываем вторую дверь. Все очень просто. Я думаю, зачем вот эта палка внизу маленькая? Она, чтобы двигать. Чтобы двигать этот железную штуку под электричеством. Вы же знаете, что дерево не проводит ток. Что мы уже не раз с вами убеждали здесь.
О да, о да, о да. Дверь открыта. Ну и, наконец, последний наш штрих, так сказать, здесь. Пинаем. Вот так вот. Да. Логика. Это уже финиш? Я думаю, что сегодня я не собрал 6 метеоритов, но финиш, то есть последний уровень с боссом, мы пройдем в следующей серии. Я думаю, он будет очень сложный. Ой, как я перематерюсь, наверное, в этом уровне. Сегодня мы закончили. До новых встреч, ребят. До новых серий. Пока.